я-то думал, что Колесников дал дочке флейту, чтобы играть. А Маша, выучив сольфеджио, вдруг стала дудочкой махать. А тут Латушка с Тихановскою павлинку вздумали сыграть. Решили панночку из Гомеля за пана Адольфа отдать. Ну где ж найти теперь Быковского, чтоб вывел даму в белый свет? Макрон и Дуда — это ж хлопчики. Попасть бы к Трампу на банкет. А светоч белорусской мудрости даже Нобель обалдел, не моргнув глазом от сверхглупости. Бред понесла про беспредел, мол, вся страна была полицией, а каждый житель — полицай. И лишь она одна, однёшенька, сказала всем им ай-яй-яй. И вот когда такие умники начнут народу бред неси, то сам народ и без Сусанина в болото может забрести.